246 – таков охват социальных объектов – школ, больниц, жилья для молодых семей, спортивных объектов. Краевой инвестпрограммы на следующий год. Наибольший объем финансирования на 2020 год предусмотрен на объекты отрасли образования – 42%. На отрасли здравоохранения запланировано 14,4%. Культура и спорт, соответственно, 664, 11,10%. В этих рамках, например, в селах края появится два десятка новых фельдшерско-акушерских пунктов. Продолжится реконструкция краевого противотуберкулезного диспансера. Откроют две школы, шесть детских садов. Количество ученических мест вырастет почти на 1000, дошкольных на 1500. Правда, такая скорость часто порождает проблему низкого качества строительства, говорят министры. В другом случае не хватает расторопности в подготовке документов, особенно в муниципалитетах, что затягивает сроки. Муниципалы, они даже не понимают, как разложить все в электронном виде же у нас проходит. По папочкам разложить, заявления не могут, состояние расписать. То есть вот этот срок приемки проходит от 2 недель и до 1,5 месяцев. Экспертиза не начата. Над решением этой проблемы в правительстве обещали подумать. Что же до конкретных объектов, запланированных на следующий год, то в список также входят футбольные поля в Бийске и Славгороде, обводной канал в школе Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ, а также целый ряд объектов для развития туркластера в Белокурихе. Илья Кчетков, Александр Антропов, «День с толком».